Живые очереди должны уйти в прошлое. Теперь получить талончик в городскую стоматологию можно через интернет. Эта услуга распространяется на всех жителей Ямала. Как это работает, знает Дарья Федорова. Сегодня получить талончик в городскую стоматологию можно тремя способами. Самый распространенный из них – через регистратуру. Некоторые уже несколько лет пользуются терминалом, который установлен в холле поликлиники. А вот о существовании сайта, по которому можно записаться на прием, знают немногие. Пациенту не надо сюда приходить, он полностью регистрируется, ему надо только минут за 10 прийти и взять амбулаторную карту. Это не надо ходить, у нас тем более такие климатические условия. Янаоздрав.ру. Запись на прием в электронной регистратуре занимает около 10 минут. Все просто и понятно даже для тех, кто с компьютером на «вы». Кстати, через этот сайт можно попасть к любому врачу, кроме стоматолога-ортопеда. К нему запись ведется исключительно в регистратуре. Станислав Черноволов в городской поликлинике последний раз был несколько лет назад. До сих пор помнит длинную очередь, в которой пришлось простоять около часа. Тогда это было не очень приятно. То есть это надо было очень долго выстоять, очень много времени личного затратить. Причем это приходилось в рабочее время делать. То есть надо было отпрашиваться на работе, что очень неудобно было. Как показывает практика, многие новорингойцы пока еще не знают об электронной регистратуре. Поэтому очереди в поликлинике все еще есть. Вот только пришел, как бы, узнать вообще, как попасть к стоматологу. А вы в курсе, что сейчас через интернет тоже можно взять талоны? Нет, не знаю даже. В электронной регистратуре находится только 30% талончиков от их общего количества. В городской стоматологии 16 врачей. На каждого в день приходится 11 талонов. Каким способом записаться к зубному – выбор каждого. Наверняка электронная регистратура станет наиболее популярной. И, возможно, количество талонов в ней вскоре возрастет. Дарья Федорова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».